Температура воздуха постепенно опускается. В некоторых районах республики вчера ночью выпал снег. Столбик термометра за сутки показывает и минусовую, и плюсовую температуру. При таких перепадах на дорогах образуется гололед. В таких случаях транспортное средство на летней резине способно создавать аварийную ситуацию, что служит угрозой для жизни и здоровья людей. Государственная автоинспекция призывает водителей быть крайне внимательными на дорогах. С наступлением холодов каждый автовладелец должен сменить летнюю резину на зимнюю. Наши сотрудники будут проводить рейдовые мероприятия, и водители, не сменившие шины, будут штрафоваться в рамках закона. Погода в межсезонье неустойчива, и после резкого похолодания может наступить потепление. Водители должны успеть подготовить автомобиль еще до того, как появится лед или снег, и обезопасить себя, пассажиров и окружающих автомобилей на трассе. Анжела Кокоева, Арнольд Харибов, Азамат Кудзиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.